В Знаменском районе следователи и оперативники раскрыли по горячему следу убийство жителя райцентра. Как рассказали в региональном СК, трагедия разворачивалась по вполне типичному сценарию. Два собутыльника, много алкоголя, скоротечная ссора и оказавшийся под рукой нож. По данным следствия, 25-летний местный житель в ходе возникшего конфликта на почве распития спиртных напитков причинил своему 34-летнему знакомому множественные резанные ранения ножом в область головы, туловища и конечностей, от которых последний скончался на месте спустя непродолжительное время. В ходе допроса злоумышленник сознался в содеянном и показал на месте обстоятельства совершенного им преступления.